Сегодня в области стартовал проект «Музыкальная гостиная, рожденная в СССР», поддержанный президентским фондом культурных инициатив. Известные артисты 70-х, 80-х годов исполнят легендарные хиты на сценах Курской глубинки. Солист вокально-инструментального ансамбля «Ариэль» Валерий Ярушин, Валерий Каримов, группа «Аракс» Евгений Воинов, экс-солист «Синей птицы», музыкант Николай Рыжков. Значит, данный проект был поддержан президентским фондом культурных инициатив в этом году. И, естественно, его партнером является администрация Курской области и комитет по культуре нашего региона. Сегодня у нас в гостях легендарные музыканты, легендарных групп. Все мы их знаем, все мы их любим. Значит, ну, для начала я представлю вам бэкер проекта Александр Зубарев. И передам ему слово. Саша, пожалуйста. На самом деле мы очень благодарны комитету по культуре Курской области за то, что нас поддержали. И, конечно же, благодарим президентский фонд культурных инициатив за то, что дают возможность нам наконец-то реализовать то, что мы хотели сделать очень многие годы. Мы вынашивали идею. Миссия нашего проекта – это поддержка жителей приграничных районов Курской области и военнослужащих Курского гарнизона. Вот с этой целью, с этой миссией мы сегодня находимся здесь, и сегодня начинается наш тур пяти пограничным районам Курской области. Сейчас мы поедем, сегодня у нас уже будет Коренево, потом Рыльск, Суджа, Глобский район, Белая Слобода. И 25 числа, 25 сентября финальный концерт, завершающий здесь, в этом прекрасном зале. Это не просто необычный концерт, это такой рассказ, такая театрально-музыкальная постановка, в которой будут не только исполнены песни, любимые песни из прошлого, из советских времен, но и каждый артист на языке музыки, на языке песни или каким-то другим образом расскажет о том, как было тогда. Рожденные в СССР, те, которые придут на концерт, они вспомнят свою молодость, свое там, детство, возможно, поностальгируют. Молодежь узнает о том, как это было, как мы жили в те времена. И вот еще одна из задач нашего вот этого проекта – рассказать о том, как это было. То есть, на самом деле, это сохранение культурных традиций наших культурных традиций, чтобы это все не было забыто. Тем более, что те песни, которые были исполнены и созданы вот этими людьми, которые сидят сейчас вот здесь перед вами, одни из лучших песен вообще советской и российской эстрады. И они являются частью вот этого золотого песенного фонда нашей эстрады. Поэтому я считаю, что это уникальный проект, и благодарю всех участников за то, что согласились принять в нем участие. Родители без исключения знакомы по многочисленным, многомиллионным тиражам пластинок, которые везде слушались, везде продавались. Вот я попрошу сейчас всех участников взять просто в руки и показать вот эти диски, их голоса, они вот здесь, они вот на этих пластинках. «Серебряный экспресс», вот про эту пластинку, это отдельная история, потому что с нее началась вообще история вот этого названия, вот из самого фонда «Серебряный экспресс». Об этом, обо всем мы расскажем на нашем концерте, поэтому всех зрителей приглашаем на наше мероприятие. Будет здорово, интересно, весело, это будет интерактив, зрители будут принимать непосредственное участие в этом действии. Петь, танцевать, принимать участие, получать призы, награды, масс позитива. Прошу задать вопросы участникам проекта. Спасибо. А тогда, может быть, расскажут артисты, где тогда также поддерживали, может быть, уже по опыту поделитесь. Вот. Здесь попал в Афгане Нил, это было еще раньше, я пришел в 7 часов позже, в Чернобыль, напрямую. Гостиница Припять, река Припять, неделю концертов для поддержки действительно людей, которые там и работали, которые там жили. И мы с ними неделю жили вместе нормально, познакомились, даже иногда выпивали вместе, отлично. А там без этого было нельзя. Вот, и поэтому, а что бояться? Валерий Ярушин, легендарный солист, руководитель ансамбля «Ариэль». Вы знаете, все-таки есть повод гордиться, что все-таки, больше 50 лет ансамбля «Ариэль». Недавно состоялся такой юбилейный концерт в Кремле. Но вот, когда вспоминаешь
все эти творческие победы, вот сегодняшняя победа, я считаю, немаловажная. Факт то, что нашу песню «Тишина» включили в государственную партитуру духового оркестра, который исполнял эту мелодию, исполняет во время возложения президентом венков к могиле неизвестного солдата. Представляете? Это потрясающе. Мне все время звонят, говорят, вот ты видел, ты слышал, говорит, вот сейчас происходит такое. Согласитесь, это дорогого стоит. Ну, конечно, за это время было столько воды всякой утекло, и тут были и трагические моменты в нашей жизни, когда нас просто выгоняли из Челябинска, из родного. Мы чуть не стали латышами. Ну, это есть в книге. Вы просто наберите мою фамилию, и там книга «Судьба по имени». Вот, поэтому вот то, что мы остались в Челябинске, в общем-то, наверное, это самое главное. Ага, спасибо, как раз вот хотел. Наверное, самое главное достижение, потому что Раймонд Палс, когда мы заняли первое место в Латвии, не спросясь, уехали из Челябинска, нам чиновники сказали, мы вам не дадим нигде работать. До свидания. И мы решили поселиться в Латвии. Можете себе представить, был такой момент, это самый поворотный момент в нашей жизни. Но вдруг наши записи услышал никто не видел, Никита Красиновский. Он вообще не знал об этих распрях наших. И очень много действовал такой вот целый абзац в литературную газету. Вот это ансамбль «Ариэль», как вы не слышали, жаль, что вы не слышали ансамбль. По балалайке запели гитары. И вдруг в это время мы уже сидим на чемоданах, приезжали песняры к нам. Представляете, песняры приехали. И мы познакомились с Володей Мулявиным. Он прочитал эту статью, говорит, ты знаешь, пока никуда не уезжай. Вот ты увидишь завтра, послезавтра, там, где тебя уронили, там поднимут. Вы можете себе представить, впервые в жизни меня назвали на следующий день по имени отчеству из филармонии. Валерий Иванович, будьте любезны, хватит нам по подворотам скидаться, давайте будем судьбу держить в родной филармонии. Вот, вот это наш момент, когда мы остались в филармонии, потом пошли наши творческие победы, выпущены несколько дисков, но до сих пор считается вот это мероприятие, особенно музыковеды, и все профессионалы говорят, что это самый лучший диск. Гигант Ариэля, который до сих пор котируется, очень приятно в этом отношении. Ну, к сожалению, знаете, ничто не вечно под луной, наши отношения, ну, как бы, развалились, если можно так сказать. Я ушел из команды через 19 лет, они остались в Челябинске, я приехал в московский регион, сейчас живу в Люберцах, и у меня неплохой такой московский состав, который я не называю Ариэлем, это просто моя сольная группа. Вот. Часто выезжаем на фестивали, особенно мы сделали с барабанщиком, такой Александр Акинин, барабанщик карнавала, давай мы сделаем такой состав фестиваля по одному солисту из каждой известной группы. И таким образом, вот у меня такая вторая, будем говорить, большая идея, вот она родилась, и мы уже 17-й год ездим с такой программой «Мы из СССР». Вот, кстати, Валера у нас иногда принимает участие в такой фестивальной программе. Вот, Женя тоже, тоже Евгений, поэтому вот это, мы не стоим на месте. Тоже боятся. Поэтому вот... Но наверняка же были же... Примерно по 6 лет жизни своей отдал в свое время группе «Рок-Ателье» Трески, группе «Арабск» легендарной и джаз-ансамблю под управлением Алексея Козлова «Арсенал». Один из, я считаю, выдающихся вокалистов современности. Вот. Сегодня вот он здесь может ответить на какие-то ваши вопросы. Ну, для начала сам что-то расскажи. Ну, мне очень приятно, конечно, находиться здесь. Тем более, мы 2 года назад были в этом замечательном зале. Курский зритель фантастический совершенно. Удивительная аура, энергетика. Люди очень отзывчивые, очень теплый прием. Ну, это не обычные слова, которые говорят все артисты, вот как лесть какая-то или что-то. Это на самом деле, когда зритель слушает, когда внимает, когда есть какое-то взаимопонимание, это чувствуется сразу на сцене, сразу чувствуешь зал. Замечательная публика и город прекрасный, конечно же, люди теплые. Но главное не в этом, главное в том, что вот это дело, которое сейчас вот затеяли с этим, вот в рамках этой программы, это, конечно, великое дело, потому что наша страна сейчас
все-таки не хотел переходить на эту тему, но наша страна сейчас нуждается в этом, я считаю, потому что это важно сейчас поддержать друг друга. Мы должны сейчас стать плечом к плечу, потому что сейчас ситуация очень обострилась не просто в нашей России, а еще и в мире во всем. Поэтому мы должны быть сплоченнее, теплее друг другу, дарить какую-то радость, тепло. Мы должны чувствовать единство нашего народа, и чтобы не потерять самоидентификацию. Вот вот. В общем, вот такие, может быть, пафосные немножко слова, но я считаю, что мы сейчас будем делать очень важное дело. Эти концерты в рамках этого проекта, это необычный концерт, это такой рассказ. Проект называется «Музыкальная гостиная, рожденная в СССР». Вы помните, может быть, раньше была передача «Музыкальный киоск». Вот она была такая добрая, передача про все, про культуру. И там не было градации, не было разделения на то, что классическая музыка – это хорошо, рок-музыка – это плохо там, или еще как-то что-то. Там рассказывал, там показывался весь срез нашей культуры российской, советской. Начиналось все с классики, заканчивалось все популярной музыкой. Это все гармонично существовало. И ведущая, замечательная, этой передачи, она имела такой какой-то дар, такой талант, это все интересно рассказывать, преподносить. Это была одна из самых любимых передач, по-моему, в стране. Ну, может быть, после Тренпочина. Тренпочина была более развлекательной, музыкальные песни более познавательные. И вот у нашей вот этой музыкальной гостиной «Рожденная в СССР», она вот по своему формату вот напоминает эту передачу. Начало вот этого всего, что происходит сейчас, на самом деле, кто и не знает, началась эта история в 1980-м году на улице Ленина в магазине «Мелодия». Вот. И вот одним из этапов этого развития, вот в одном из этапов, активная часть непосредственно принимала Николаевна школа. Расскажи, пожалуйста, что-нибудь интересно. Но несмотря на то, что мы работаем все в одном творческом центре, это Московский театр песни «Синяя птица», но тем не менее мы все живем в разных городах, и у всех свои там планы, проекты, творческие встречи. Это возможность не только нам вместе выступить на концертах. Для меня вдвойне приятно выступать перед моими земляками. Но это еще возможность там пообщаться, вспомнить о каких-то концертах, поделиться планами, впечатлениями. Вот я надеюсь, что концерты эти пройдут очень хорошо, всем понравится курская теплая публика. Поэтому все, ждем вас на наш концерт, будет очень приятно. Концерты – это open-air или будут все-таки на закрытых площадках? Нет, закрытые площадки. Но это могли бы быть и open-air, если бы были соответствующие погодные условия. Может, билетов, на улице дождь. Наоборот, мы по билетам вдруг там настали. Ну, это закрытая площадка. Местные ДК вот эти концертные площадочки делают? Да. Ну и все-таки приграничные территории не разрешены просто там на открытых площадках. А, главное, билеты, они бесплатные или как? Это бесплатно, абсолютно, да. Присутствуют, безусловно, военнослужащие. Вот, абсолютно. Пуски мы уже пригласили на встречу. Ариапов, Харин, не знаю. А я вот там так, практически в полном составе не буду на концерте. Вот, более 300 человек. Так, для них отдельно сделано почетные места, как говорится. Да, ну и естественно в районах тоже военнослужащие, те, которые несут службу, там кто находится там, на лечении, в госпитале. Ну, все по возможности, кто свободен от службы, они посетят этот концерт. Всего более 500 военнослужащих вообще. Вот. Планируется, что они посетят, примут участие в совете. Ну и плюс жители районов и областного центра. Я отвечу. Ну, можно сказать, как это будет. Да, да. В основном, основная программа основывается на старых китах. В основном. Вот. Я думаю, тоже уверен, что будут какие-то, ну, немного, но будут представлены и новое творчество сегодняшнее. Ну, мне так кажется. Но на самом деле это у нас основная программа утверждена, это старые хиты. Более того, вот Николай даже исполнил русскоязычную версию песни вокально-инструментального ансамбля The Beatles.
Поэтому здесь у нас тоже такой сюрприз. Вот. Ну, вы знаете, ну вот так вот трудно сейчас говорить о том, что вот был у меня сольный концерт, был у меня сочинял. Я так и делаю. Вначале, естественно, знакомлюсь с хитами новыми, а потом не вспоминаю. Вот как буквально двое суток назад у меня был арт-фестиваль, я председатель жюри был. И вот мы таким образом вспоминали все вот эти песни, зал вместе со мной поет. Вы знаете, это потрясающе. Поэтому, вот вы знаете, лучше всего, наверное, сегодня исполнить, ну, всего за полчаса невозможно, но все-таки самые крутые хиты, они лучшие, в общем-то, воспримутся народом. Потому что публика, как сказал философ, любит не узнавать, а познавать. То есть, наоборот, простите, не познавать, а узнавать. Поэтому вот узнаваемые... Ну, если так получится, может быть, я и поменяю программу. Это ваше пожелание, пожалуйста. Ну, все-таки 15 сольных альбомов у меня новых после «Ариэля». Они есть у меня все на своем, на моем сайте. Там совершенно разные песни. Поэтому все будет... Вот сейчас первый концерт покажет. Вот. Что публика хочет, что желает. Вот мы можем перестроить программу очень быстро. Марина, прошу, больше общения хочется или петь? Не понял. Общение или петь с публикой? Чем больше хочется вам? Общение или петь? Или петь? Что и другое, конечно. Вот. Это мне даже приятно бывает. Я иногда вот этих ночных клубах, когда выступаю, мы даже специально говорим, ребята, давайте задайте какой-нибудь вопрос, но мне самому интересно, потому что у нас же сами, знаете, пресса делает только вот то, что им угодно, и все. Вот эти не знают, что там, допустим, бельем трясти там, и так далее, как некоторые там. А просто есть такие факты, которые, ну, умалчивают. Вот мне, конечно, хотелось бы рассказать, потому что очень много тем, которые, когда мы чуть не попали в советско-американский фильм «Карнавал», вместе с такими, ну вот, например, вот смотрите, по три звезды от страны, допустим, с американской стороны, Джоан Байс, Бич Бой, Сантана, с русской стороны, советской в то время, Пугачева, Песняры, Арии. Вот можете списать, какая компания? И вот это вот накрылось, как говорится, медным тазом, это съемка, к сожалению, Москва ее отменила, там были беспорядки все. Ну вот даже об этом фильм сняли. Вот это просто я к чему говорю, что вот мне приятнее разговаривать с публикой и как-то обнародовать некоторые такие неизвестные факты. А потом уже, естественно, что они пожелают. Ну, к сожалению, я музыкант, серьезно, сами понимаете. Но когда вижу в интернете самая популярная песня «В краю магнолий», мне тяжело. Я автор трех рок-опер, сами понимаете, это как-то вот удивительно. Но все равно народ вот выбирает именно то, что ему нравится.